Абхазия. Площадь 8,6 тысяч квадратных километров. Расположена в северо-западной части Закавказья. С юго-западной стороны омывается Черным морем. Большая часть территории занята отрогами южного склона главного Кавказского хребта. Благодаря специфическому географическому положению, территория Абхазии всегда считалась стратегической транспортной магистралью, а также ценилась как всемирно признанный курорт с богатыми рекреационными возможностями. Первые следы человека на территории современной Абхазии относятся к эпохе раннего палеолита. Первые сведения о предках абхазского народа – к эпохе поздней бронзы. Однако иногда приходит мысль, что эпоха поздней бронзы в истории Абхазии освещена значительно лучше, чем период новейшей истории. Большой мир мало что знал о судьбе этой земли и этого народа, скрытого от посторонних глаз двойным железным занавесом, общетоталитарным и грузинским, делавшим все возможное и невозможное, чтобы превратить Кавказскую ривьеру в тбилисский санаторий. История государственно-правовых взаимоотношений Абхазии и Грузии на протяжении 20 века была сложной. Беспрецедентная даже в сталинскую эпоху политика поэтапного снижения государственного статуса Абхазии, экспансия с востока, результатом которой явилось массовое переселение грузиноязычного населения на исконно абхазские земли, опустошенные махаджирством, все усиливающийся этнокультурный пресс и имперские амбиции тбилисских вождей вызывали периодические народные волнения, потрясавшие Абхазию во второй половине века каждое десятилетие. А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решить национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются союзные республики, например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования. Андрей Дмитриевич Сахаров. С распадом Советского Союза ситуация осложнилась, сделав еще один виток по спирали противостояния. Придя к власти в результате вооруженного переворота в Тбилиси, военный совет в феврале 1992 года принял решение об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 года и о переходе Республики Грузия к Конституции 1921 года, в которой Абхазия как субъект государственно-правовых отношений не значилась. В правовом отношении Грузинская ССР перестала существовать и образовалось новое государство, с которым Абхазская АССР никаких взаимоотношений не имело. В целях преодоления правового вакуума Верховный Совет Абхазии 23 июля 1992 года восстановил свою конституцию 1925 года, по которой Абхазия была суверенным государством, поддерживающим с Грузией договорные отношения. Обстановка накалялась с каждым днем. Грузии по Ташкентскому соглашению были переданы значительные военные средства. Часть войск уже была подтянута к грузино-абхазской границе по реке Ингур. Информация из Грузии, которую мы получили к этому часу, позволяет сделать вывод, что республика вновь оказалась на зыбкой грани войны и мира. В западной ее части уже сосредоточено 3000 военнослужащих с бронетехникой, которым примкнули боевые отряды полиции. И те, и другие подчинены министру обороны Китавани. Позиции определились. Не желая вести политико-юридический диалог с абхазскими властями, без ясных выигрышных перспектив, заручившись молчаливым согласием руководства России в Дагомысе, просчитав возможные варианты развития событий, безоговорочно веря в численный перевес своих сил, 14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию. Однако просчитано было не все. Тбилисские власти допустили ряд серьезных ошибок, одной из которых были добровольцы.
Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В страну, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты тропой Мансура Шамиля. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Врага отвага поражала в лихих отчаянных делах. В бою на лезвиях кинжала напишем кровью мой Аллах. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Их души тают над горами, как след орлиного крыла. Меня зовут Адам, фамилия моя Сайпулаев, я приехал с Грозного. Когда вы приехали из Чечни? Я нахожусь здесь уже больше месяца. Вы один здесь или с вами еще? Нет, со мной еще есть товарищи, со мной представители народов Кавказа. Абхазский народ маленький, 100 тысяч человек. Народ маленький, зато за ним стоит дух очень большой. Тот дух стоит за ним, который еще не может понять этот мир, до чего может докатиться это все. А если у него дух большой, то он проигрыша не бывает. Тело можно убить, а дух его, он вечный будет. Сегодня такой момент настал в этом мире. Сегодня это единственный наш момент. Вот когда ты в обрыв падаешь, вот тело твое висит над обрывом, и волос держит твое все тело, чтобы ты туда не упал. Если мы сейчас вспомним, что это Кавказ, что мы одно, один отец Кавказ, и мы его дети, этот волос станет как булат крепкий будет, и мы спасем себя. Если мы вот так разобежимся, этот волос порвется, этот волос. И гибель наша настала. Это наш шанс, вот этот, Всевышний дал нам шанс. Мы вот в этих горах кавказских, вот как волк есть, волк, вот он цепляется за скалы вот свои. Вот мясо вот это с костей все сразу срежут наше. Все мясо уберут с костей. Наши кости вот так в эти скалы встанут. Встанут вот так вот, вцепятся в эти скалы и будут звать Всевышнего, чтобы он помог этому Кавказу стать опять Кавказом. Приток добровольцев усиливался с каждым днем. В то же время планы на успешное проведение операции под кодовым названием «Меч» натолкнулись, вопреки ожиданиям тбилисских стратегов, на ожесточенное сопротивление абхазских ополченцев, хотя те встретили армаду вражеских танков практически безоружной. Народ Абхазии подвергался геноциду на оккупированной грузинской стороной территории. Проводилась этническая чистка с целью огрузинывания Абхазии и создания грузинского моноэтнического государства. В захваченных районах методично истреблялось и вытеснялось абхазское, армянское, русское, греческое население, подвергающееся преследованиям, пыткам и издевательствам. Несмотря на жесткую информационную блокаду, об обеспечении которой предварительно позаботилась хорошо поднаторевшая в осуществлении подобных экстраординарных мероприятий грузинское лобби в России, мир вскоре узнал настоящую правду об Абхазии.
Встревоженные ульи напоминали в первые дни и месяцы войны столицы Северо-Кавказских республик, краев и областей Юга России, где проходили многочисленные митинги в поддержку Абхазии с требованиями незамедлительного вывода грузинских войск с ее территории. С резким осуждением грузинской агрессии выступили тысячи жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Волна митингов и манифестаций захлестнула места компактного проживания абхазо-адыгской диаспоры в странах Азии, Европы и Америки. Свой официальный протест в связи с вторжением грузинских оккупационных войск в Абхазию выразили Международная черкесская ассоциация и Конгресс кабардинского народа, руководство которыми совмещал тогда Юрий Калмыков. Конфедерация народов Кавказа, которую Шеварнадзе в свое время с подчеркнутым высокомерием назвал «бумажным тигром», стала главным мобилизационным центром добровольческого движения. Указ президента Конфедерации и представителя парламента Конфедерации горских народов Кавказа. В связи с тем, что исчерпаны все меры, принятые Конфедерацией для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии и во исполнение постановлений 10-й сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа, указываем. Первое. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Добровольцы пробивались в Абхазию разными путями. Большинство из них шло через перевалы труднопроходимыми горными тропами. Тот тяжелейший переход через перевалы Архазаватхара можно сравнить лишь с самыми выдающимися воинскими подвигами, вспоминает доброволец из Карачаева-Черкесии прославленный комбат Мухаммед Килба. Жители Абхазии хорошо помнят, в каких изношенных башмаках и изорванной в клочья одежде спускались они с гор и, едва успев отдышаться, отправлялись на фронт. Первый президент Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов, принимавший непосредственное участие в формировании добровольческих отрядов, находясь в Абхазии, подчеркнул общечеловеческий смысл добровольческого движения. Народы Кавказа и другие малочисленные народы бывшего Союза увидели в судьбе Абхазии свою собственную судьбу. Борьба народов Кавказа за свободу Абхазии, и это, собственно говоря, борьба народов Кавказа за свою собственную свободу. И поэтому сейчас в Абхазии находится цвет Кавказа. Мы из Кабардино-Балкарии. Нам дано задание. Объективно, что происходит, рассказать нашему народу. Потому что сегодня радио одно говорит, завтра телевидение другое говорит, вот послезавтра третье. Вот сейчас вы перейдете к нам. Пойдете я сейчас. Я посмотрю, что там. Все, это более. Проводите нас, да? Вот они, да. Вы прям с ними, они... Хорошо, и мы вернемся сюда. Да. Глядите, да, чтобы они только все явились сюда. Охрана железной дороги. Операция по освобождению заложников, взятых в плен сторонниками экс-президента Грузии Гамсахурдия. Обычная передислокация войск. Превентивные меры по предотвращению заговора против Грузии. Какими только нелепыми предлогами не пытались объяснить ввод войск на территорию Абхазии Шеварнадзе и его сподручные. Но факты, запечатленные съемочной группой кабардинского телевидения в первые же дни войны, говорят сами за себя. Глядя на этих молодчиков, ловко орудующих на российско-абхазской границе по реке Псу, нетрудно догадаться, с какой именно целью они были присланы сюда. Thank you.
Ведь мы же всю жизнь дружим с вами. Правильно. Границы проходят вместе между нами. Правильно? Всю жизнь были братьями. Вы у нас. И вот поэтому мы приехали. Нет, мы скажем, мы скажем так, как вы говорите, можно записать? Скажите, как вы думаете, скажите. И буквально через несколько часов после высадки грузинского десанта в Гагре, с большим риском пробиваясь через вооруженные пикеты, на помощь своим единокровным братьям будет спешить отряд полковника Султана Сосналиева, на которого позже будет возложено командование вооруженными силами Абхазии. Мин не контролируем. Они везде спрятаны в кустах, везде стреляют. Потом будем мы виноваты в этом. Не вы же, не они. Мы будем виноваты. Был организован штаб по формированию добровольцев. Была сформирована первая группа в числе 18 человек, которая 15 числа уже должна была отправиться, и в районе 16:17 на автобусе, в который входил и я, была отправлена в Абхазию. По прибытию на границу, я имею в виду реку Псову, десант к этому времени, будем называть его, грузинский, был высажен. И от реки Псову до Гагр, в принципе, уже десант был высажен полностью. Действия этого десанта еще не стабилизировались. В отдельных местах шли перестрелки, занимая плацдарм. В других местах высаживались танки, бронетехника. И мы пересекли реку Псову. А автобус, который, очевидно, раньше ходил через Турцию. Борта его были расписаны арабской вязью приветственными. И это вызывало некоторые недоумения у тех, которые высаживался, я имею в виду, у агрессора. Иногда останавливали, иногда шла стрельба, особенно при подходе к населенному пункту Гагры. Были моменты, когда и водитель, в принципе, находился в таком состоянии, что не хотел ехать. Но решение было твердое. И несмотря на эти перестрелки, обстрел автобуса, мы смогли проскочить к населенному пункту Гагра. Несмотря на многократное превосходство противника в живой силе и вооружении, постоянно пополнявшегося за счет арсеналов Закавказского военного округа, защитники Абхазии умело и мужественно отражали попытки грузинского военного командования любой ценой прорвать линию обороны абхазской армии на Гумистинском и Гагарском направлениях. Шли бои за овладение коммуникациями в Ачимчирском районе. Формировавшись в ходе боев непосредственно на фронте, абхазская армия приобретала необходимый опыт ведения активных боевых действий. Одновременно шло формирование интернациональных добровольческих отрядов, которые во взаимодействии с другими подразделениями наносили ощутимые удары по хорошо укрепленным позициям противника. Встревоженное подобным развитием событий, грузинское военное командование перешло вскоре на язык ультиматумов,
Так, 25 августа 1992 года, выступая по телевидению, командующий войсками Госсовета полковник Каркарашвили потребовал от абхазской стороны до 13 часов 26 августа прекратить сопротивление, угрожая в противном случае истребить всех абхазов и оставить абхазскую нацию без потомков, даже если для этого потребуется жизнь 100 тысяч грузин. Это был открытый призыв к геноциду абхазского народа. Вскоре после этого в одном из публичных выступлений Шеварднадзе характеризовал Каркарашвили как сдержанного парня с рыцарским мышлением. Боевые действия, которые здесь происходят эти последние дни, они показывают, что грузинская сторона, хотя делала очень заявления, которые не имели под собой никакой основы, что они пройдут всю Абхазию. Каркарашвили дикое заявление сделал, потом его перевели, что в шутку и прочее. Солидные люди так, по-моему, не говорят. Что он истребит, потеряв с грузинской стороны 100 тысяч, он истребит полностью нацию, без потомства оставит. Это никому не позволит. Ни Каркарашвили, ни то, что даже самому Господу Богу, наверное. Господь Богу тот пожалеет людей, потому что они были созданы для того, чтобы на белой земле они жили. Каркарашвили не родил всех абхазов. За спиной, укрываясь броней танков, БМП, бронетранспортеров, делая такие заявления, я считаю, что мужества много не надо. А когда наши ребята, которые с двухстволками, голыми руками останавливают их танки, поджигают, забирают, захватывают, об этом почему-то все молчат, и центральная пресса. Здесь со мной работают, чисто оттуда, с Карачаева, Черкесии, группа. Мы их абазинцами называем, не в обиду, говорится, черкесами. В принципе, они половина на половину. Так как я сам абазинец по национальности, просто группу назвали абазинскими, которая захватила это БМП, с этого же БМП абхазец. Вот таких, наверное, ребят здесь не единицы, под огнем танка выходил на прямую наводку с БМП, с ихнего же БМП, который мы захватили, двумя выстрелами сжег ихний же танк. Молодец, такие люди здесь не единицы на Сухумском направлении, вчера они показали, даже доходя до того, что чисто если как политические или в большом государственном масштабе брать, меня удивляет, куда вообще смотрят все, начиная от Ельцина, мною когда-то глубоко уважаемый. Я думаю, что свои политические вопросы они решают кровью вот этого народа, народа как грузинского, так и абхазского. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Абхазию в столь трудный час для нас всех? Мы сами просто нашли в Ленинграде адрес, где занимаются этими вопросами, ну, где ребята добровольцы собираются, уезжают сюда, в Абхазию. Так мы сюда и попали. Сначала по телевизору узнали, что такие вот дела здесь. Потом решили помочь, нашли адрес, где нам подсказали, помогли, как сюда добраться. Да. Вы хотели сначала сюда через горы пройти, а там российские кордоны стоят, не пускают вот народы, которые в Кавказе хотят, допустим, помочь. А вообще пошире расскажите, какими путями вы здесь оказались? Мы вообще хотели сначала через горы пройти. Проводнику, у нас были адреса проводников. Но люди просто отказали, потому что там сейчас большие заслоны. Заслоны, снайпера сидят. Пришлось вернуться обратно. Там на катер Вальдера не удалось сесть, приехать. Потому что не берут. Не берут вообще. Вот да. Людям практически сюда, которые будут еще пребывать, им тяжело будет добраться. Тем более, очень если тяжело. Речь идет о том, чтобы, допустим, в качестве добровольцев, да, воинские подразделения, то об этом речи нет, там, по-моему, вообще бесполезно проезжать. Вот через на рыбзаводе, там кое-как договорились, сели, доехали. Да, есть война, везде может быть все, что угодно будет, но помогать-то надо. Тем более я сам с Кавказа тоже, можно сказать, со Ставрополя. Если мы не будем друг другу помогать, то кто знает, что будет дальше. Мы не обвиняем Грузию и грузинский народ. Мы вынуждены с оружием в руках бороться против фашистской идеи Сталина. Эта фашистская идеология направлена против малых народов Кавказа. Да благословит нас Аллах в этой справедливой борьбе, и мы завершим ее достойно. Оказывая поддержку Абхазии, мы тем самым помогаем слабому, незащищенному. Защитить детей и стариков – это наш священный долг. Наши предки говорили, если беда пришла в дом твоего соседа, надо защитить его, чтобы та же участь не постигла и тебя самого. Абхазы, абхазы, вас мало!
нечестный, неправедный бой. Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Абхазы, абхазы, вы правы, не вы начинали войну, не вы ради кресла и славы вторгались в чужую страну. Не вы ради кресла и славы вторгались в чужую страну. Не вы по себе шили шубы из мертвых фашистских идей. Не вы брали деньги за трупы расстрелянных вами людей. Я с вами, ребята. Стрелять я могу, как пою. Имею на это я право. Прошу меня числить в строю. Имею на это я право. Прошу меня числить в строю. Абхазы, 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 свободолюбивый народ, во славу Седого Кавказа, вперед, мои братья, вперед, во славу Седого Кавказа, вперед, кавказцы, вперед. Ты кадровый военный? Да, кадровый военный, уже в бывшей советской армии, затем уволился. После увольнения прибыл в Абхазию, помогал абхазскому народу. В борьбе против грузинских захватчиков. Ты знаешь, вот про таких, как ты, говорят, вы наемники. Это действительно так? Нет, мы сюда приехали чисто по своему желанию, по своим убеждениям, сознательно. Скажи мне честно, тебе что-то платят? Мне ничего не платят. Тогда сразу, давай. Когда сюда приехал, сразу об этом даже разговора не было, что кто-то кому-то что-то платил. Было чисто добровольное начало. Так, я считаю, должен был каждый человек, который прибыл добровольно, ни о каких благах о чем-то рассчитывать, воевать чисто по совести. Еще один вопрос. У тебя семья? Отец, мать. Брат старший. Ты не женат? Нет. Тебе трудно было делать выбор после увольнения из советской армии идти в горячую точку? Трудно не сказать, чтобы трудно, но просто сидя дома, глядя по телевизору, как страдает народ. За что страдает? За то, что он живет на этой прекрасной земле. Кто-то хочет его выгнать, истребить. Было бы как-то обидно, что в наше время такое еще можно. Я извиняюсь, у тебя какая военная профессия? Танкист. Танкист. Закончил танковое училище в городе Казани. И ты сейчас в своей стихии? Да, так сказать. Ну что ж, спасибо тебе за то, что ты здесь. Спасибо за то, что в России такие парни, как ты. И что их очень много. Спасибо вам, ребята. Откуда ты приехал? Мы приехали из Майкопа, с республики Адыгея. Эва, ребята приехали со всей территории республики, собрались. Я думаю, что это первые добровольческие отряды, которые прибыли. Думаю, что и за нами последует еще. А вот их же ведь никто не заставлял сюда ехать. Это вот почему, как ты думаешь, они вот решились на это? Это, да, чисто добровольческие отряды, на добровольной основе все они прибыли сюда. Естественно, на защиту абхазского народа, малочисленного абхазского народа, который мы считаем своим братом, который испытывает натуральный геноцид со стороны грузинской империи. Как вот у вас дома в республике в Адыгее отнеслись к тому, что произошло здесь?
Может, если взять в целом, то народ единодушно стал на защиту абхазской государственности, на формирование добровольческих отрядов. Наши власти отнеслись, конечно, не совсем так, как нам хотелось бы. Если откровенно говорить, строились и препятствия, они и сейчас строятся. Но народ единодушно готов подняться на защиту абхазской государственности. Самое главное, нужно дать отчет тем действиям, которые происходят здесь у нас, вот на территории абхазского трудолюбивого, серьезного народа, непокоренного народа, который поднялся. И я думаю, надо просто привести к однозначному какому-то результату все это, что творится. То есть поставить точку над «и» и сказать, что здесь сражаются патриоты, истинные патриоты и России, и всех народов бывшего Советского Союза. То есть это не бандиты, о которых говорят, что они пришли сюда, потому что они связаны с уголовным миром и прочее, прочее. Нет, здесь находятся истинные патриоты, а героями они рождаются в окопах. Вот именно в трудную в эту минуту. Ведь это же страшно, столько смертей, столько бомбардировок, столько убитых детей, сколько убитых сестер, матерей, отцов, сынов. Отношения казаков с Конфедерацией горских народов замечательны. Мы просто здесь вот видим, понимаете, не посторонним каким-то сверху глазом, а видим здесь, в боях, как это все показалось. Вы бы посмотрели, как встречаются воины, выходя из боя, как целуются, как обнимаются. Вы знаете, этого не передать. Я сейчас уже волнуюсь, хотя я редко волнуюсь. Вот, но я знаю одно, что Конфедерация народов Кавказа – это мужественная организация, которая первая вступилась, и рядом с ней находятся казаки, рядом с ней находятся русские, рядом с ней находятся петербуржцы, москвичи, рядом находятся уральцы, уссурийцы, амурцы. В общем-то, я думаю, что вся Россия должна помочь России, должен помочь кто чем может. Хамбул, усе и Марьям Хозера, и Марья Домнасе Хакутра, а я Хосра Гитсоте. Ардван говорит о том, что свобода дается нелегко. Нелегко воевать с хорошо вооруженным противником. Но ребята не должны унывать. Мы освободим землю наших предков от оккупантов. Мой друг Кучбаукан отважный боец, но он не любит смотреть в камеру. Сейчас, после удачной высадки десанта и сильного боя, наступило затишье, и мы решили чуть передохнуть. На вопрос корреспондента Анатолия Шония, знает ли он родной язык, доброволец из Турции ответил, что абхазский язык здесь знают все. Впереди нас ждут большие трудности. Да хранит нас Всевышний. Идя плечом к плечу с братьями-абхазами, абазины, адыгейцы, шапсуги, черкесы, кабардинцы, чеченцы, осетины, дагестанцы, карачаевцы и их зарубежные соотечественники, связанные общностью происхождения, глубокими генетическими духовными истоками, тысячелетней борьбой за выживание и самосохранение, вновь возрождали в окопах и в боях за освобождение Абхазии свое великое историческое мнение. Главное, сказали правильно. Да, я с вами согласен. Северокавказские бойцы изматывали противника непрерывными вылазками, разбоем, внезапными нападениями и диверсиями в его глубоком тылу. Эти архивные кадры воскрешают в нашей памяти, как добровольцы из Республики Адыгея, с честью и достоинством пронесшие через фронты сражения флаги Конфедерации Республики Абхазия, бойцы, оставившие на поле брани многих своих соплеменников, вновь давали клятву биться до последнего часа во имя священной свободы. Это клятва у нас в крови, брат.
Какая бы она ни была, мы знаем, что она наша клятва. И она у нас была и будет. Скорее. Я говорю, все приехали сюда с одной болью, поэтому наши ребята погибли. Нас удручает то, что есть приказ заложников не брать. Это раз. Во-вторых, с нашими пленными еще не решено. За это все будет отомщено, если нам не пойдут навстречу. Найдутся те заложники, за которых они поменяют. Я думаю, мы все так думаем. Во всяком случае, Абхазия жила, жива и будет жить. Бесценный боевой опыт и стойкость духа, другие бойцовские качества черкесов, адыгов и вайнахов, не раз заявлявших в прошлом, что если им не хватит людей, то пойдут искать их в чреве матерей и вручат им оружие, еще раз проявились во всей своей мощи на самых сложных этапах грузино-абхазской войны, когда стоял вопрос, быть или не быть абхазскому народу. Я на сапже баба, а ты ганеса, вольна и дошара. Ойра, ойра, ойра. Эй, жия ты гадаха, эй, жиди габзадаха, дарья шау, ама абшаху, на базалев, чеквам абсау, а ты ганеса, вольна и дошара. Ойра, ойра, ойра. Легендарный командир кабардинского подразделения рассказывает о мощном наступлении абхазской армии на оккупированный Сухум 15-16 марта 1993 года. В те дни мы выносили трупы убитых бойцов, прикрывали раненых. Мы будем воевать до конца. Мы сделаем все для победы. С нами адыгами стоят насмерть чеченцы. Одним словом, дух у нас боевой, говорит командир. Вспоминая Гену Карданова, боевые друзья восхищались его храбростью, добротой и порядочностью. Его группа уверенно вступала в бой на самых трудных участках фронта. С учетом высоких воинских достоинств, перед бойцами Карданова ставились наиболее сложные задачи. Они воевали на Гуместинском и Восточном фронте, вселяя уверенность в сердца своих боевых друзей. Это были люди особой закалки, ими гордился весь Кавказ. Но такова была судьба Гены Карданова и его друзей, что вражеский снаряд оборвал их жизни после недолгой радостной встречи со своими земляками, корреспондентами кабардинского телевидения, готовившими очередной репортаж для постоянной рубрики «Абхазия в огне». Каждому народу должно быть свое. За счет чужого, за чужой счет народ не должен жить, ни один. Хоть я только из-за этого. И для меня вот это, порабощение, это все видят. Я лично только за мир. Свобода должна быть, кажется. Мне кажется, наше возрождение вообще в человечестве, понятие того, что есть солнце одно и звезды одни. Вот это понятие с таким чувством люди, они наверняка отзываются. Любой национальности. Вообще правильно управлять человечеством на земле, отдельности каждой народы,
Каждый там, где родился сам человек, он должен там и управлять. Знаешь, я уже ночью спать не мог, вот, уже совсем не хотелось сюда, вот через горы ходить. Настолько, если он погиб здесь, а я там хожу, бренчу на гитаре, но это куда годится, грош моим песням, мне, если я не буду здесь. Вот. И Вах я очень благодарен, как мы ехали, да? Вах, войну ты начал, да? Эва. Да, особенно посадка, когда посадку делали. Через перевал, когда переходили пешком. Без масса тюра, я цахо кордина, дагна езна ура, сёгда херина. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмилдалош ала. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмилдалош ала. Кича бусовала, халча не ухахуется, реза бухабала, сайна деица, беза махавала, ахсюга маала, ехала буйладала, бисмолдал ушала. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмолда лошала. Лугусона ваха, хюца лактатя, хунала ахрезаву, ваха баттатя. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмолда лошала. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмолда лошала. Без махавала, ах сёга маала, деголовой ладала, бисмолда лошала. Потомки легендарных кабардских князей и полководцев Инава и Кемергока Темрюка пришли к нам на помощь, хорошо зная, что такое геноцид, физическое истребление целого народа. Пережив кошмары битвы на Куме 1779 года, потерю цвета своей нации, трагедию сожжения 80 кабардинских селений в 1805 году генералом Глазенапом, а также насильственное изгнание со своих земель, кабардинцы не могли допустить повторения подобной кровавой расправы над абхазами. Немеркнущим светом озарен боевой путь, пройденный Ибрагимом Науржановым и Феликсом Бекалдеевым, павшими смертью храбрых. Все ребята приехали сюда по своей доброй воле. Никто их сюда не гнал. Никто не досаждал нам излишними нравоучениями. Мы приехали сюда, прекрасно сознавая, куда и зачем едем. Наши предки не раз с оружием в руках защищали ее от захватчиков. Адыги, шапсуги, черкесы, абхазы, абазины не вправе забывать об этом. Мы приехали сюда, чтобы дать достойный отпор агрессорам и положить конец издевательствам над мирным населением. Враги абхазов — наши враги. В этой борьбе мы сохраняем уверенность. Мы знаем, что с нашей помощью абхазский народ одержит победу.
испытала горя, ты сполна. Содрогалась ярость и земля. Но судьба, увы, сильной была. Чечня. Интересы их замкнули круг, и не вырваться из плена вдруг. Все сильнее сжимает враг свой круг. Сможем ли воздух воли мы хоть раз вдохнуть? Сможем ли стать свободным мы когда-нибудь? Сможем ли стать сплоченным разорвать тот круг? Судьба ты жестоко с нами обошлась, и единства нет сейчас у нас. Позабыли мы отцов наказ. Война трусливей стал, неужели волю ты не знал и поверил то, что враг сказал? Никогда ты не верь красивые слова. Тех, кто жизнь за нас отдал, не забудь, без борьбы свободу не вернуть. Не забудь, без борьбы свободу не вернуть. Пылкая, подвижная, легко воспламеняющаяся в своих порывах Чечня и уравновешенный, холодно-рассудочный, спокойно хранящий не менее горячее сердце Дагестан, говорил, произнося речь на торжественном заседании пражской группы Народной партии вольных горцев Кавказа 28 августа 1927 года известный ученый-кавказовед Ахмед Целыкатты. Люди разделяются, они разные. Одним нужны деньги, другим нужны спокойствие. А мне кажется, все равно вот свобода – это самое главное для человека. Любой, кто и в мафии, кто не так, кто как бы политиком не был. Все равно есть свобода, даже придя домой, ложась в кровать, человек он хочет чувствовать себя свободным. А тот человек, которого много сделано грязных дел, он и дома себя не чувствует свободным. Поэтому это не значит, что если война закончится, то это свобода. Поэтому эту свободу надо завоевать, чтобы везде было. Вот, на Кавказе, тем более сейчас, если Кавказ наш объединяется, мы должны эту свободу завоевать. Я в Грозный уеду, я свободно себя не чувствую. Я уезжал домой, но все равно душа ноет, и я сюда снова приезжаю. Пока, короче, мы не завоюем эту свободу. Понимаете, вот так. Еще в 1989 году, сразу после июльских кровавых событий, в Абхазию через перевалы прибыли первые чеченские добровольцы вместе с представителями других горских народов. Именно на гребне той волны была создана Ассамблея горских народов Кавказа, проводившая свой учредительный съезд в Сухуми 26 августа 1989 года. Победа абхазского народа в этой войне, я так думаю, лично мое мнение, заставить больших политиков, так называемых, с пониманием относиться к проблемам малых народов нашего Кавказа. Мы докажем, что мы братья, являлись и являемся братьями по крови. И в трудную минуту всегда готовы выручить друг друга. Сюда приехали люди из других республик.
Хотя сейчас все время говорят только о Северном Кавказе. Да, из Северного Кавказа, с Северного, больше людей, может быть, приехало. Но здесь есть люди из России, из Петербурга, из Украины есть. Вот. И они, наверное, сюда приехали, потому что тоже видят, что дело это справедливое. И вчера, по-моему, даже я по свободе слышал, когда председатель Верховного Совета Ардзинба, когда ему задали вопрос о том, что конфедерацию хотят там судить, он сказал, что это все равно, что судить интернационалистов, которые сражались в Испании против фашизма. Я, в общем-то, тоже так считаю. Их сюда никто не гнал, не заставлял ехать. Они приехали, чтобы стать рядом с людьми, которые защищают свою землю. Они не против там грузин, они за свою землю, за то, чтобы эта земля жила так, как хотят сами абхазцы. Вместе со всеми, кто живет на этой земле, русскими, там, армянами и теми же грузинами. Пятая Гаагская конвенция 1907 года о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны сказано, что отдельные лица-добровольцы могут переходить границу, чтобы вступить на службу одного из воюющих. Добровольцы, пренебрегая опасностью для жизни, приходят на помощь борющимся за свою свободу и независимость народу потому, что их собственная нравственная позиция полностью совпадает с тем правым делом, за которое борется этот народ. С точки зрения международного права, осуждающего колониализм, расизм, агрессивные войны, действия добровольцев будут правомерными, если они вступают в армию, ведущую войну в защиту своей страны от иностранного порабощения. Вступление в такую армию гражданина другого государства не нарушает норм права вооруженных конфликтов. Обостренное чувство ностальгической любви к исторической родине, готовность с оружием в руках защитить очаги своих предков, испытавших в конце прошлого столетия трагедию махаджирства, подталкивали многочисленную абхазо-адыгскую диаспору к решительным действиям. Добровольцы из Турции, Сирии, Иордании и других ближневосточных государств прибыли сюда, чтобы отстоять независимость Абхазии, без связи с которой они не мыслят свою дальнейшую судьбу. Отправляясь в Абхазию, они оставили коллективное завещание, в котором просили в случае гибели похоронить их на земле предков. Наш народ свято чтит память об абхазах Эвхане Цыбе, Видате Куацбе, Бахадыре Абагбе, Зафире Аргун, Арслане Ханифи, Зиваре Чичбе, Фариде Арюта, кабардинце Гасане Джаркасе и других славных потомках махаджиров, сложивших свои головы за свободу родной Абхазии. Своим великим самопожертвованием они всколыхнули всю зарубежную кавказскую диаспору. Выбор, сделанный казаками в начале грузино-абхазской войны, был не случайен. В своем историческом прошлом они не раз сталкивались с превратностями судьбы. Всем хорошо известны документы, связанные с восстанием двух казачьих полков после возвращения из персидского похода и о трагическом итоге царского суда над казаками, пытавшимися изменить свое положение вечного воина. Выбор казаков был не случайен еще и потому, что в прошлом их многое сближало с черкесами. Невозможно вычеркнуть из истории страницы совместного выступления кабардинцев и запорожских казаков из города Черкасы против крымского хана Селима II во время его похода на Астрахань. Не прошло бесследно и то, что Абхазия в смутное время 1917 года входила в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Примечателен тот факт, что в 1992 году в селе Лыхна внутри развалин часовни, возведенной в память казаков, погибших во время подавления абхазского восстания 1866 года, с почестями похоронили казака-добровольца, погибшего в боях за освобождение Абхазии.
Воины осетина прибыли на помощь сражающейся Абхазии, имея большой опыт борьбы с грузинскими вандалами, превратившими в руины около 100 южноосетинских сел, взявшими Цхинвал во время осады города, начав в 92 году, расстрелявшими сотни мирных граждан. Оказывая помощь братьям абхазам, они отстаивали общие интересы в борьбе с тбилисской метрополией за право самим решать свою судьбу. Конечно, каждый, кто идет на войну, он всегда имеет в уме то, что он может погибнуть. Ну, во-первых, если ты знаешь, что пусть даже, не дай бог, кто-то погибнет, я или мои друзья, не дай бог, я еще раз говорю, то мы погибнем как люди. Ну, как люди на самом деле. Мы сюда пришли воевать не за деньги. Хотя я знаю, многие так думают. На той стороне, что мы наемники. Мы не наемники. Мы добровольцы. Как раньше говорили, интернационалисты. Это хорошее слово вообще-то, интернационалисты. Ну и вот это понимание того, что ты, даже если ты погибнешь за справедливость, оно не дает сильно думать тебе о том, что вот я погибну. И потом война, конечно, любой может погибнуть. Но надо стараться как-то перехитрить смерть. Вот нам всегда показывали хронику времен Отечественной войны, вот все эти ужасы, концлагеря, издевательства, которые допускали немецкие захватчики, фашисты. Я это все наживую, так сказать, не видел. Зато я видел то, чем занимаются в Южной Осетии, занимались. Эти фашисты, их только фашистами можно назвать, предателями. И они не кавказцы, какие же они кавказцы. Настоящий кавказец никогда себе не позволит обидеть более слабого. Это позор для любого мужчины, для любого кавказца. И поэтому пусть не в укор им будет сказано, не в обиду. Да и пусть обижаются, если хотят, мне в принципе это безразлично. Но они все больше и больше теряют человеческий облик. И потом может получиться так, что к ним начнут относиться так же. И вот тогда они, может быть, поймут, что они натворили, чего они сделали. Никогда же еще никто не добивался. Любой исторический пример взять, ни один захватчик никогда не добился своей цели. Но я верю, что они наказаны будут, жестоко наказаны. Добровольцы из Приднестровской Молдавской Республики, борющиеся за свою независимость, вливались в ряды вооруженных сил Абхазии в самые трудные дни, когда истекавшая кровью Апсна приносила в жертву своих лучших сыновей. Приднестровские воины, обладая опытом ведения боевых действий в Дубасарах, оказывали эффективную поддержку подразделениям абхазской армии. Я ехал не в качестве как добровольного помощника. Я ехал как человек, который может помочь, как профессионал, который может помочь вполне квалифицированно. Кроме меня, через три недели, ну, очень скоро, прибыла команда, с которой меня связывали, тоже давние связи, команда, как сказать, русских патриотов, до этого сражавшихся в Приднестровье. Тоже ребята, имеющие уже, вот он, живой боевой опыт. Они моложе все, разумеется, но живой боевой опыт гражданской войны уже вполне, вполне актуальный. 12 нас было, по-моему, 12 человек, да? Это всего нас 12 человек тогда набралось. Ну и таким образом начали мы действовать на территории Абхазии. Безусловно, вы сейчас вспоминали этот период, начальный период обороны на Гумисте. Да, было, с вилами, с кораблями мы ходили на танки с смесью зажигательной, которую во всем мире, видимо, не знают такого секретного более оружия. Слишком оно архаично. Если полночь раскрашу, брызнув кровью на стремя, поднесите мне в чаши раскаленное время,
писал московский поэт Александр Бородадым, оставшийся в памяти друзей как невольник чести, как человек не только слова, но и поступка. В каком-нибудь учебнике по постперестроечной истории бывшего СССР он будет упомянут как солдат-доброволец, потомок запорожских атаманов. Он родился и воспитывался в столице недавно еще столь могучей империи, в семье потомственных интеллигентов. Однако было в его непредсказуемом южном характере нечто такое, что невольно заставляло вспомнить Рембо и Гумилева. Он жил как поэт и погиб как поэт. Отдал жизнь на войне, чтобы ее не было, сообщала газета «Московский комсомолец». На большое дело, за простой народ, полетели смело всадники вперед. Пусто поле боя, враг бежит, разбитый. Вот они герои, вот они джигиты. Народ Абхазии свято чтит память о тех, кто вернул покой очагам, восстановил мир и справедливость на нашей многострадальной земле. Дорогие наши братья, вы пришли сюда, потому что здесь, в Абхазии, сильный и вооруженный до зубов пытался навязать свою волю слабому и безоружному. Целых 12 месяцев, целую вечность длилась эта война. Дорогие наши братья, сердечная вам благодарность, низкий поклон матерям, всем вашим близким, отцам, детям, которые имели мужество послать вас сюда, чтобы защищать маленькую Абхазию. Земной поклон народам, которые воспитали таких героев. Я уверен, что в самом ближайшем будущем вы вернетесь сюда не для того, чтобы защищать уже Абхазию с оружием, а для того, чтобы почтить память своих братьев, которые пали на этой земле, чтобы вместе с нами строить новую Абхазию и вместе с нами радоваться жизни и счастью. Вставайте, вставайте, кавказцы, нам танки и пушки врагов не страшны. Свободу добудем в бою мы себе и верим, Всевышний поможет в борьбе. Свободы и заря, о-о-о.
свет и спасем мы ее.